Всем привет, друзья! Пожалуйста, подпишитесь на новый канал, ставьте лайки или дизлайки и поделитесь вашим комментарием. Софи Лорен стала бабушкой в 72 года. У ее младшего сына Карла родилась дочь Лючия. Сегодня наследница знаменитой актрисы уже 16 лет, и она активно развивает свою творческую карьеру, хоть и не похожа на знаменитую бабушку. О своей жизни Лючии София Понти рассказывает в социальных сетях. Она занимается танцами и постоянно гастролирует по всему миру со своим коллективом. Артистка отличается красотой и собирает в своих блогах множество комплиментов от фанатов. При этом многие отмечают, что она едва ли похожа на Софи Лорен, поэтому нельзя догадаться, что они родственники, если не знать этого заранее. Ты невероятно красива. В восторге от твоей внешности, любуюсь на тебя, пишут восторженные подписчики. Сама же Лючия старается не афишировать, что родом из семьи знаменитой Лорен. Также она не рассказывает и о своем отце Карло, который прославился как дирижер. Всем привет, друзья! Пожалуйста, подпишитесь на новый канал, ставьте лайки или дизлайки и поделитесь вашим комментарием.